Приветствуем вас, дорогие зрители! Сегодня мы приготовили для вас совершенно эксклюзивные кадры. Мы увидим вместе с вами, как зарождается жизнь нового ювелирного украшения и проследим за ним от момента эскиза до отправки в руки счастливой обладательницы. Мы уверены, наверняка многим из вас интересно узнать, как создаются ваши любимые ювелирные шедевры, и поэтому приготовили для вас обзорную экскурсию по любимому заводу всей страны – Приволжскому ювелирному заводу «Красная Пресня». Как театр начинается с вешалки, так и прекрасное кольцо или подвеска начинаются с наброска, с подготовки и отрисовки эскиза. Дизайнеры изображают украшения в нескольких проекциях. Вначале от руки, а затем переносят в специальную графическую программу. Вот так выглядит 3D-модель нашего будущего украшения. Также на данном этапе добавляются цвета вставок, если это потребуется. Можно увидеть огранку, различные детали, и нам уже становится понятно, как украшение будет выглядеть вживую. Также завод идет в ногу с современными технологиями, и модели из компьютерной программы можно распечатать на 3D-принтере. От простых и лаконичных изделий до самых сложных индивидуальных заказов. Все возможно с помощью современных технологий. Вот так выглядят только что распечатанные заготовки изделий.